Здравствуйте, меня зовут Александра Паснова, я рада приветствовать вас на моем канале «Закоренелый цветочник». Вы видите, я в модных розовых перчатках, у нас сегодня будет пересадка кактуса. Да, оператор у меня морщится, Ирина наша, потому что задача сегодня передо мной очень непростая, эти перчатки, они меня не спасут ни от чего, я их просто надела, потому что перед этим пересаживал цитрус, где бегали многоножки, и мне не очень хочется увидеть многоножек еще и здесь. Итак, что у нас есть? У нас есть девушка, обратившаяся за помощью в пересадке, и которой мы забрали кактус. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Это вот такой вот большой достаточно экземпляр. Он немножечко пыльный. Сейчас мы его пересадим. Я, конечно, его помою под душиком, потому что мне его жалко. У него есть определенное количество деток, которые растут отдельно. Есть вот такой вот основной экземпляр, который завалился под тяжестью, потому что он высокий, и у него огромное количество деток. Соответственно, с той стороны, которая нижняя, кстати, он чистенький. То есть, видите, где на него пыль не садилась, он чистый. Здесь вот он пыльноватый, поэтому мы его после пересадки помоем. Почему после пересадки? Потому что он, если будет мокрый, на него налипнет земля. Он не стоит. Горшочек она нам передала ему по размеру в самый раз подходящий. Так, приступим. В принципе, кактусы мало кто любит пересаживать. Я к этому отношусь достаточно спокойно. Забыла перчатки дома. Сейчас я возьму пакет, чтобы себе не поранить руки. И будем проводить пересадку. Какие-то вербные почки тут у нас затесались, которые нам тут не нужны. Земля очень-очень сухая. Для того, чтобы нам его выровнять, мне придется ее все-таки убрать. Возьмем волшебную лопатку. Сейчас мы это все дело аккуратно расковыряем. Потому что здесь такой прямо непростой, скажем так, вариант. С кактусами вообще просто не бывает. Интересно, это корень от большого или от маленького? Большого. Так, вот у нас есть одна штучка. Снова освободим от земли. Видите, корешочки у него выглядят вот таким вот образом. То есть этот экземпляр с достаточно длинными корнями. Мне кажется, все-таки это больше надуманная боязнь пересаживать кактусы. Растения, даже такие колючие, они не нацелены на причинение вреда людям. Особенно, когда о них заботятся, они понимают, что им сейчас будет хорошо. Вот, собственно, у нас будет три отдельные деточки и один взрослый экземпляр. По максимуму берем эту землю. Здесь, слава богу, нет многоножек, никого здесь нет. Вот у нас три маленьких кактусика получилось и один вполне себе большой. Задача наша будет его сейчас выровнять, чтобы он плотно стоял и не валялся. Поэтому мы начнем, собственно. Ой, деточка отвалилась. Она, видите, с корешочками, поэтому мы ее сейчас тоже прикопаем. Кстати, вот детки уже взрослые. Вот видны корешочки, которые они пустили. Вот этот уже тоже готов спрыгнуть и жить отдельно от родителя. Так. Мы посадим вот так немножечко к стороне, чтобы дно горшка его держало. Видите, уже он стоит, он не будет заваливаться. Сюда мы подсадим его четырех детей, которые захотели от него отделиться. Так. Собственно, все не так страшно, несмотря на его большие достаточно колючки. Он себя ведет хорошо и руки мне не колет.
Видите, да, несмотря на то, что я его к стенке сажаю, все равно я ему оставляю зазор. Просто потому, что у него есть колючки, и если я его прям сильно совсем положу на горшок, колючки повредятся, а мне бы этого очень не хотелось. Такие мини-инструменты очень хорошо помогают в посадке в труднодоступных для пальцев местах. Вот видите, это мне тут говорили, как я его буду пересаживать, это вообще невозможно, это нереально, он такой колючий, кто-то мне тут закатывал глаза, вздыхал. Ничего на самом деле страшного нет. Я вообще очень спокойно отношусь к пересадке кактусов. Единственное, вот у нас сейчас пришла стациония. Я вот честно по поводу стационии я сомневаюсь. Но просто я не пробовала никогда. Глаза боятся, руки делают. Все, вот смотрите, что у нас получилось. У нас получился взрослый экземпляр, который, несмотря на то, что насыпан только наполовину, видите, он прекрасно держится в горшке. Мы его сейчас еще подутрамбуем. Вот эта земля у нас смоется, когда сейчас мы ему сделаем душек. Она у него подсмоется немножко. И когда я уже посажу деток, я уже утрамбую, еще подсыплю земли побольше. Итак, берем в порядке корневой системы, в порядке роста. Мы посадим вот сюда. Сейчас мы поиграемся так, чтобы они сидели, не мешали друг другу. Это же такой весьма творческий процесс. Нет, здесь у нас так корешочки совсем маленькие, мы прям просто посадим, и он потихонечку прирастет. Тут мы ему оставили местечко. Сейчас, пока мы его будем мыть аккуратно, у нас земля утрамбуется сама, смоется пыль, все будет красивенько. Вот, собственно, и все. Чуть-чуть вот так выровнять. У каждого есть место для роста. И этого горшочка ему минимум на пару лет хватит, поскольку мы убрали всю предыдущую землю. То есть 2 года он будет спокойно расти. Как видите, он хорошо стоит, не заваливается и не падает на детей. Так что все не так страшно. Растения — это не хищные животные. На вас они не нападут, не растерзают. И все будет хорошо, если вы готовы о них заботиться. Надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Не скупитесь на лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще этого не сделали по какой-то причине. Напомню, каждый день у нас выходят новые ролики, посвященные каким-либо растениям. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!